У нас много оздоровительных техник, которые мы используем, и основной из них является гуаша. Гуаша мы используем для того, чтобы восстановить капиллярное кровообращение, улучшить. И вот здесь, если посмотреть внимательно, то сразу вот только начинается процедура, и видно проблемные зоны. И это поэтому гуаша идет у нас первой процедурой, потом дополнительно идет ударно-динамический массаж, и последним идет хиджама из этой серии.